Как грубо. У меня больно.
Блять! Доберешься сюда. Скорее всего, мой батя где-то там. Нам придется потрудиться. Выбираемся отсюда. Больницы. Уже 2 часа хожу кругами. Какой только кретин ее проектировал. А еще и карты нет ни хрена. Заряжай пушку. Жора, ложись. Отлично! Сюда! Сейчас покопаюсь в реестре. Теперь надо найти моего батю. Какая идиллия, мать вашу! Все дрыхнут. Вот! Так-так, его надо разбудить. Вот, он уже едет. Пошли встретим. Совковый комп. Идем. Уже 2 часа хожу кругами. Какой только кретин ее проектировал. А еще и карты нет ни хрена. Заряжай пушку. Отлично! Сюда! Сейчас покопаюсь в реестре. Теперь надо найти моего батю. Какая идиллия, мать вашу!
Все дрыхнут. Вот. Так, так. Его надо разбудить. Вот, он уже едет. Пошли встретим. Совковый комп. Идем. Как же так? Сервер полиции 1-65 Карма. Комп. Идем. Как же так? Комп. Идем. Идем. Может быть, он тут? Сейчас открою. Вот он. Что ж, попробую взломать. Мама? Папа? А можно я сегодня не пойду в школу? Бать, ты чё несёшь? А что у нас сегодня, кстати, на завтрак, а? Батя, ты бредишь? И вообще, почему я своей левой ноги Чёрт, не чувствую? Что ж ему вкололи? Наверное, что-то сильнодействующее. Как-то тесновато в этой кровати. Нужно мотать отсюда. Надеюсь, Ламер починил цереблу. Если да, то нам повезло. Если нет, уйдем пешком. А с батей надо что-то делать. Кто-нибудь сделает мне массаж или нет? У меня все кости ломит. Черт, у него окончательно крыша поехала. Почешите мне пятку, я не дотягиваюсь. Все, хватит. Отправляю его в отрезвитель. Пусть там отдупляется нахрен. Я надеюсь, что после ледяного душа ты придешь в норму. Спокойной ночи, мама. Владимирский централ, ветер северный. Владимирский централ, зла не мерит. Выбираемся отсюда. Отлично! Сюда! Я пойду к главному компьютеру. Оттуда буду направлять тебя. По радио. Будь осторожен. Слушай, совковые рации-то работают.
Я эту хреновину сейчас открою. Все просто. Попробую разобраться. Блин, заклинило. Ну ничего, тут должна быть вентиляция. Погоди, пока я открою. Все просто. Твою мать, мордовороты.
Жора, ты подходишь к главному компьютеру. Жора, к тебе идет целый взвод мордоворотов. Жора, скорее достань самострелы из шкафа. Сейчас я перепрошью этим самострелом BIOS, и тогда они будут стрелять в мордоворотов. Так и что ты прошишь? Кто-то копается в центральном компьютере. Не давай мордоворотам сбивать самострелы. Нужно перечить наших солдат в северной медленной серии. Срочно запрошу подкрепление. Жора, похоже, я угробила этот комп. Все, веду к тебе. Жора, продержись еще несколько минут. Жора, подними самострел. Я уже рядом. Все кости целы. Офигеть, какой ты живучий. Осталось найти Гроссман. В очереди на трепанацию черепа ее нет. О, нашла. Погоди. Это монтаж? Пока невозможно. Насколько можно? Вы есть какого... решать уже третий месяц. Вот это да. Видите ли, в чем дело, фрау Гроссман? Это ведь не от меня зависит. Новая партия имплантантов из Франции застряла на таможне. Доктор, вы же знаете, как я мечтаю увеличить грудь. Да-да, безусловно, я знаю. Мой имейл уже полностью завален одними вашими письмами. Я вам писать. Я даже навести вас на тайные лаборатории, где штампуют порно. Да, я, безусловно, оценю ваш поступок. Но поймите и вы меня. Я пока ничего не могу сделать. Шайса, ну и сколько мне еще ждать? Я что, зря подставила Будулая и его противную дочь? Я вас уверяю, скоро мы получим имплантанты. Я расстроена. Мне очень жаль, дорогуша. Зараза, это как называется? Да я же ее с потрохами сожру! Жора, иди мочить мордоворотов, а я пока вирус запущу.
Жора, поторопись. Товарищ нарушитель, я таки обращаюсь к вам. Таки чего вы хотите? Давайте я вам заплачу, только оставьте меня в покое. Thank you.
Ой, кто ты тут был? Ай, больно. Чёрт, грубый мужлан. Нормального мужика нынче не найти. Какими же бездарностями приходится работать, а? Сами ничего сделать не могут. Ладно, поднимайте усмирителей.